Я даже не понял. Вот такой, понял, как у тебя вот так вот. Дунк. Проверяем. Горбачину. Как говорится, доброе утро. Пожарим ее в сметанном соусе. Бац ее сюда. По-моему, даже вкуснее, чем было в той избе. В траве ничего не торчало. По траве. Сейчас газу давай. Чуть правее. Газу. Утро раннее. Небольшой моросящий дождик. Но он нас не пугает. Поставила зеркала на квадроцикл, чтобы видеть обзор. Как убегать, кто за нами гонится. Сейчас едем по направлению к озеру. Хозяин остается в избушке, убирается. Ну а мы поедем рыбачить, проверять. Тут такие колючки, репейники есть. Ох, как они нацеплялись вчера. Нацеплялись вчера на штаны. Колючие. Новостик такой, потом покажу. Давай кофе тоже. Наш утренний завтрак, друзья, забыл вам показать, приготовить. Мы яичничку пожарили по-русски. Вот сейчас мы будем кофе пить. Кофе пить с лимоном. Первый у нас завтрак. Да, много не лей. Вот. Да, вполне. И отправляемся на рыбалку. На улице 6 утра. Вот. Виктор покажет нам сейчас дорогу. Скажет, идите туда, прямо, и никуда не сворачивайте. Так, будем со сгущенкой. Печка у нас ночью грела, хорошо было, тепло. Друзья, въехали в бор. Смотрите, какая красота. Когда-то давным-давно здесь был пожар. Но лес выжил, лес живет. Такая красота. Ну а мы едем, катаемся. Любуемся природой таежной. Изучаем обстановку. Ладно, надеемся, никого не встретим. Вон еще одна капа на дереве. Укутанная такая, ну просто сказочная. Веточка обломалась, кто-то веточку обломал. К нашему озеру, где будем сейчас рыбачить. Дна здесь нет. В свое время сюда упала комета мечта, комета щука. Сейчас мы собираем снасти с Андреем. Он достает своих супер крокодилов. Пока собираемся на рыбалочку. Эли, ты же спишь? Переднего доставай. Thank you.
Доехали мы до кувшинок, перебрались на, в общем, на другую сторону озера. Начинали мы там, перебрались вдоль леса, барами, покатались по бору. В общем, сказочно. Ну тут вот рядышком, и вот он лес, что тут 10 метров. Сейчас попробуем покидать здесь, что получится. Первый заброс должен быть удачным. Проверяем. Смыкануло. Первый раз, когда тихо забрасываешь. Была-была. Доброе утро. В двух местах зацепилась. Такая уже не убежит. Отлично. Опа. Есть. Ух ты! Красота-то какая! О, Андрюха! Идти к тебе? Я думаю, да. А? Да. Серьезно? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Молодой человек. Опусти, подожди. Ружье. О, смотри, как она ее схватила. Хорошо. Хорошо схватила. Молчи пока. Надо воблера сменить. Но я две поймал, как одну Андрюша. Окунёк. Батенька окунёк. Прямо возле берега схватила. Тихо, блин. Чё ты колешься? Вот такого окуня вчера засолили, вот его можно будет тоже посолить. Окунь соленый, вкусный, особенно вот так вот в малосольном виде. И прежде чем он начал цеплять ракуш, схватило, то уже там ничего страшного. Есть! Есть! Опа! Есть, друзья!
Андрюша, есть у меня. И что-то такое серьезное. Я даже не понял. Вот такой, понял, как у тебя вот так вот. Дунк. И все. Так у меня там леска-то до брючья. Ну ладно. Отпускаем щучку. Да. Что это такое? Что это такое? А есть, 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 есть. Опа. Фу, блин. К поводку хердык. Че? Оторвало. Оторвало вместе. Что, большая была? Ну так, да может такая же. А как так? А вот так. То есть не выдержала, короче. Че? Не выдержала. Оторвало. Прямо возле берега. И блестенка ушла. Нет, чтобы не было натяжки, чтобы взять и спустить. Правильно? Есть? Давай-давай. Хорошенько. Нет, такая же, полторушечка. Сачок-то не взяли? Сачок здесь. Да? Успеем? О, нифига себе! Это покрупнее. Угу. Может, там у нее моя блесна? Нет. Так. Ну вот такую. Андрюша поймал. Чуть-чуть покрупнее. Ну, грамм на 100. 150. Как ловить? Да. Что? Помочь? Я уже щуку, она мне крючок засадила в руку. Давай я ее убью. А, щуку держать? Держи, я даже два голоса, чтобы она ничего не делать. О, я поймал. Поймал, друзья. О, друзья! Ну это уже 2,5. Бля, она ее, короче, пополам. Я даже теперь боюсь их трогать, судя по тому, как ты весь покусанный, покоцанный и помеченный. Вот так, друзья. Мы с Андреем катались, катались, ходили, ходили. Вот такой трофей. Ну, я, если честно, таких не ловил. Смотрите, она ее взяла поперек. Поперек и не отпускает. Ну, это
опять же, все в квадрике. Блин, елки-палки. Ура! Так, надо ее уметить. Закинь тоже сюда. Рубай садок, давай, сечок. Так, ребята! Еще один прикол. Вечереет. Время 3 часа дня. Поспал сегодня немножко. О, какие тут люди щуку чистят. Ага, нарыбачили щуку. Во, сейчас мы пожарим ее в сметанном соусе. Щур жарить буду я. Под сметанкой. Так, здесь у нас идет чистка рыбки. Ох, красотка. А там мостик на ту сторону. Так, сейчас куда-нибудь поедем. Куда-нибудь пойдем. Сейчас покушаем сначала. Еще не завтракали. О, не завтракали. Здесь у нас была летняя кухня. Ага. Вы тут кушали? Нет. Мы здесь хлеб пекли, варили, готовили. Рыбу готовили? Все готовили. Все, что можно, да? Да. Печка каменная. Все жарко. Летняя кухня. Была. 20 лет она людям доставляла готовность покушать. Нет, кушали дома. Ну понятно, кушали, готовили же здесь. Хлеб пекли здесь. Хлеб пекли, вот даже хлеб. Хлебные, хлебные формы. Ну сейчас завал здесь хуже. Хлеб, печка. Хлеб пекли прямо сюда наверх ставили, да? Почему? Внутри? А, вовнутрь. Вкусный был хлеб? Нормальный хлеб. Отлично. Вот такая здесь рыба сушилась. 20 лет. Ой. Ага. Вон шайка. Пойдем. Какие вешалки. А это в каком году вы начали? Ну вот строить. В 2000-м? В 2000-м году. Люди начали здесь строить, облагораживать землю, жить. Здесь дрова кололись. Ну и сейчас куль. Для собак? А что такое стайка? Ага. Здесь же у вас поросята, козы, куры, кролики. Воробьи даже нас не боятся. А здесь двор был, да? Ну, то есть я имею в виду для выгула скотины. А здесь кто? Склад сейчас под крышей. Склад под крышей? Ну, навес просто. А, ну всякое барахло, что? Скотину запускали, когда дождь. Ага, пряталась. Потом склад. Рубероидная крыша. Крыша пластиковая, лук валяется у нас. Ага. Ну, здесь тоже у вас всякое. Да, вся мелочь. Гвозди, железки. Рамы от окон, пустые ведра, фонарики. В общем, все, что кто, что-то. Даже вот такие светильники. Ух ты! Красота. Керосинки.
супер. Всякие канистры. А сейчас, конечно, это все поросло. Стайка закрыта, открывать надо. Крючки не взяла. И там тоже, да? И там тоже самое. А, тут собачки жили. Будки такие. Тут собачки жили. У них были свои утепленные вольерчики. Тоже лайки, да? А палати так и были открыты у вас? Ну вот сверху. Это да. То есть снег туда задувало? Нет. Это же южный склон. А, южный. Ну там получается палат. Что там, труба тоже, печка? Печка вставили. А там насесто, наверное, всякое такое, да? Там плетки, насесто, отделы, блядь. Прям все серьезно так. Понятно. Так, ну ладно, потом как-нибудь. Там банки сушатся на заборе. Сказочно. Ага, но все равно банки. Видишь, сколько банок. Банки будут на каждой кучке. Есть забор утеплен. Здесь тоже. Что, просто негде было хранить или просто так было удобней? Не, ну валить готовили. Ага, ну на зиму. Баня уже покосилась. Да, уже 20 лет. Она открыта или закрыта? Закрыта. Тоже закрыта. Ваня, она открыта как-то, она не зайдет. А. Все понял. Она взрывает. О, здесь у них здесь тамбур такой. Был перебанник. Все, весь хлам сейчас. По черному что ли баня была? Почему? Там печка. А все. Почему черные стены? Стены черные, почему? Рыбу сушили. А, коптили? Сушили. Ну ладно, хорошо, сушили. Ну, она же черная не может быть? Ну как не может быть? Ну ты сушил, просто же повесил или коптил ее? Просто сушил, а все равно дым попадает. А, ну то есть тут открывал, баню затапливал, а здесь сушилась рыба. Грибы. А, грибы. Грибы, рыба на улице сушилась. Угу. Даже лодка. Осиновка. Как осиновка? Она, куда ты на ней ходил? Хоть куда? Такая лодочка. Вот это все затопляет, вот до сюда вода доходит. Угу. Вот до сюда. Это все вода разливается, да? До бани. До бани. И ты прямо отсюда садился и рыбачил. И на тап. Здесь вода с тапа идет. Угу. Сейчас, сейчас тап. Понял. Ну так, друзья, человек 20 лет прожил. Без выезда. Ну, когда только нужно было. Раз в год за продуктами на вертолете прилетал. Сковородочка есть, сметанка есть, лучок есть, так, лимонку. Тоже в щеку? Нет, лимонку в чай. Заши. Ну, можно и в щуку. Хорошим продуктом. Вон лимонная кислота есть. Хорошим даже. Продуктом. Даже лимонная кислота есть. Щуку не испортишь.
сколько ведерка есть. Так, сейчас порезать щучку. А он их интересно распотрошил. Вот же еще ведерко какое-то. На сковородочку. А? Витя, есть тарелка большая, да? Ох, сейчас чайку попьем. Пожарим, пожарим щучку под сметанкой. Природа сегодня, погодка классная, теплая. Тарелочку принести под печеночку. Готовим щучку под сушку. Вот таких надо красавчиков сейчас почти разрезать и помыть и положить сушить, солить. А доска разделочная есть? Доска разделочная. А, все, нашел. Нашел, нашел. Так. Достаем щучку. Крупненькая щучка. И корочка, печеночка. Вот сейчас вот мы осушим. Ну да. Рыба скользит. Стол под наклоном. Даже на кухне там тоже скользит. О, красотка. А вот эту я поймал, и эту тут тоже я поймал. И вот эту крупненькую тоже я поймал. Так, и корочка, вот у нас печеночка вкусненькая. Пожарим ее. Смотри внимательно. Так, смотрю и наблюдаю. Бац, я сюда.
вырезаем хребет, получается. Нет, никогда не вырезаем. Забирай. Это тоже готово? Забери печень сразу. Ну все, тушка готова. Голова собачкам. Тушка на чистку. Так. Опа, мой нож занят, на. Дай. Все. Он где нужен получить? Или бери он тот. Хорошо. А то я вообще тут не понимаю. Хорошо. Надо даже лучше. Ну а тем временем. А сегодня последний, Витя. У нас такие брюшки, тушки. О, красота. Лисичкам нам дадим. Может, лисички придут. Только не сегодня. Так. Есть такое дело. Следующий этап. Так, пол. Брать надо. Завершающая. А, это что ли? Да, то же самое. Точно так же его. Горбатый. Сделка окуня для засолки. Распорка. Чик. А я подумал, что для чего везде гвоздей понатыкано. Вот оно для чего. Это ж вообще так удобно. И все. Да? Хочешь позвоночник вытаскивать, хочешь что? Ну, не надо вытаскивать всяких. Пошарлочек. Ну, понятно, да. Ну что, немножко печеночки. Сейчас вот как раз вторая часть партии. А это Мишке отдадим. Курочкам, собачкам. По-моему, эту сковородочку Андрюха сегодня намывала. Так, нам нужен лук. Где-то я видел лук. Где-то я видел лук. Где-то я видел лук. Лук мы пожарим. Сначала, конечно, мы обжариваем. Щучку. Так, и в итоге у нас есть щучка, луковица. Картошку мы сейчас для шулюма готовим. Сейчас посмотрим, что у нас там шулюмчиком варится. Варится у нас сегодня глухарь. О, глухарь варится. Тем временем Андрей подготавливает площадку для засолки рыбы. Все в спартанских условиях. Все, что есть. Отлично. А вот зверобой растет. Если кто подскажет рецептик чая из зверобоя, говорят, тонизирующий напиток можно делать, напишите, пожалуйста, в комментарии. Сегодня я его сорву,
увезу в город через пару недель. Попробую сделать чай по вашему рецепту. Так, сковородка чистая. Лучше я помыл. Отлично. Берем масло. Яжечка, вот мука. Соль. Уже с солью? Да, можешь высыпать сюда или как сюда будешь. Я сюда макать. Дело твое. Можешь откуда муку взять, можешь слишком, откуда угодно. Плохая, может хорошая взять. Выкидывай нахуй. Давай. Почему? Свежую. Давай свежую. На, свежую муку. Выкидывать не надо. Красивый. Всякие бывают деньги. Кстати, от камеры попал, блин. Ругайся. Что нежелательно. Не люблю это. Потихонечку обжаривается. Так вот, выкладываем щучку нашу пойманную и посыпаем солькой. А солим только с одной стороны, снутри. Да. Подхвост маленько побольше. Угу. Окунек. Красота. Ох, какая жирненькая красавица. Будем этим питаться. По крайней мере, с голоду мы точно не умрем. Второй у нас тоже будет еще одна сковородочка. Значит, мы сделаем две щучки. Переворачиваем рыбку. Ох, какой аромат. По всей избушке. По всей избушке свежей щуки. Аромат. Ох, какая она рассыпчатая. Это самая вкусная щука. Она другого цвета. Не белая, не спортивная. Можно чуть-чуть лучка сюда. Обжариваем. Да. О, будет вкусная пища. У нас немножко томится лучок. Заодно поджаривается вторая сторонка щучки. Лучок тоже у нас протамливается. Потом подготовим сметанку. Да будет свет, сказал мастеру, включил лампочку. Так, ну щучка у нас прожаривается. Сейчас мы ее поливать будем сметанкой. Лучок уже запаривается. Хорошо так. Здесь уже хорошо. Кусочек можно перевернуть.
Так, ну что ж, теперь можно готовить сметанку. Пора сметанку. Вот хорошо. А? Лук нашел. Что прошел? Лук нашел? Конечно, все нашел. Вот мы полили сметанкой, и сейчас она потихонечку начинает томиться. Конечно, тут огонь не убавишь, потому что готовится все на печи. Поэтому здесь нужно контролировать с помощью подбрасывания дров. Помыли, отмыли ее и накрываем. О, она как раз прямо отсюда. Засекаем 10-15 минут. Просто чуть-чуть посидеть, капельку. У нас сейчас еще будет жариться щучка. И у нас есть икорка с печеночкой. Тоже сейчас в таком же пожарим. Хорошо сегодня. Первый день на природе в тайге. Вчера был день заезда, путешествия. Сегодня мы живем. И кушаем то, что добыли. Ну, а мы пойдем посмотрим, как наша щучка. О! Ах, ес! Так, надо тряпочку. Тряпочку. И помешать. Вот. Теперь мы ее перемешиваем. Угу. Аромат такой. Вкусно. И будет готово наше блюдо. Бульк, бульк. Ну, а мы приступаем кушать. Идем пробу. Да. Что тут я наготовил? Нормально ли на соль, нормально ли на соль. Так, подытожу тарелочку. Все хорошо. Надо тарелочку мыть надо. Возьми. Так, я надеюсь, ты не солил? Нет. Это соль? Да. Свежая. Свежая. Приятного аппетита. Да. Что скажешь? Вкусно? Я не знаю. Острота ощущения. По-моему, даже вкуснее, чем было в той избе.
Ну что, друзья, вот я и приготовил вкусную щучку. Всем приятного аппетита. Ну что ж, у нас получился хороший ужин. Вот, печень пожарили, щучку пожарили. Сейчас кушаем супчик. Ой, отменный супчик, прям с глухарем. Ух, бодрящий. Всем приятного аппетита. И потом спать.